Всем доброе утро. Я уже второй день в Великом Новгороде. Ой, нам уже пора вставать. Солнышко встало. Вон там, кстати, вдалеке еще одна церковь. Вот. Сейчас. Она такая большая. Ну, я думаю, сегодня я до нее не успею дойти. Да, красивая. У меня тут тоже вот за окном есть церковь, храм. И вот, кстати, небольшой киоск. Я вот здесь вот покупал пирожки с картошкой. Они стоили 29 рублей. В прошлом влоге я рассказывал, как провел свой первый день здесь. Я очень часто сюда приезжаю. Вот, в этом году я был уже 2 раза. Планы на сегодня. Ну, думаю, надо сходить погулять. Потом сходить, может быть, еще в музей в какой-нибудь. Но там уже по ходу пьесы будет видно. Погнали! Я уже выселяюсь из отеля и иду гулять. Вот эта улица, по которой я сейчас иду, называется улица Ильина. Несколько месяцев назад здесь клали асфальт, сделали дорогу пешеходную и автомобильную. Она больше напоминает улицу, как в Москве, старый Арбат. Красиво стало очень. Буквально за несколько месяцев все это соорудили, все это сделали. И сейчас я иду двум достопримечательностям. Здесь вот получается по левую руку от меня храм и по правую руку от меня храм. Сейчас я в них зайду. А, вот, хотел показать кое-что. Вот так это выглядит. Вот я приблизительно где-то вот здесь вот. И получается вот от меня храм и вот это, маленькая такая часовня. Вот сейчас я сюда захожу. И вот он. Это огромная башня. В храмах снимать нельзя, и это немножко неэтично. Поэтому лучше я этого делать не буду. И вот еще позади меня еще одна часовня. Может быть, правильно это храм называется. Если что, поправьте меня. И получается, вот по левую руку часовня, по правую руку вот этот храм. Сейчас иду по главной улице Великого Новгорода. Называется она Московская. И здесь вообще очень много храмов и церквей. Кстати, вот когда я начал снимать вот эту девочку на гитаре, она так немного напряглась и засмущалась. Не знаю почему. Что по Великому Новгороду можно пройтись очень много и очень большое расстояние, и при этом ты как-то не устаешь. Не знаю, может быть, я это чисто по себе сужу.
из моих любимых мест. Вот здесь у нас получается дом музыки, он там что-то восстанавливает. Не знаю, можно ли туда попасть. Сзади меня храм. Кстати, вот эта улица, я даже честно не знаю, то, что по этой улице нужно было, в общем, дойти до моей гостиницы и до Кремля. Вот там как раз два моста. Вот я сделал такой крюк, чтобы сюда дойти. Буквально за несколько месяцев сделали, в общем, вот этот проход. И теперь можно прям по прямой от гостиницы «Россия» сюда дойти буквально за минут 15. Утиное нашествие. Сколько здесь уток на любой цвет и вкус. Взял себе вкусный беляшек. Иду прогуливаюсь. На остановке карты Великого Новгорода и разные достопримечательности. Кажется, я здесь везде был. А, нет. Вот здесь вот я не был. И вот здесь. Каждый раз, когда я приезжаю в Великий Новгород, мне почему-то хочется пройти его от начала и до конца. Ну, я, собственно, это и делаю. И, в общем, я сейчас стою на остановке. Сейчас пытаюсь дойти до второго моста. Нет, это, по-моему, уже пятый мост по счету. Великому Новгороду раскинуты такие небольшие киоски, где продается пирожковая история, то есть пирожки с картошкой, с луком и с яйцами, беляшики, в общем, на любой цвет и вкус. И это очень здорово, что можно вот гулять по городу и не обязательно заходить в какой-то фастфуд, в столовую, просто подходишь к этому киоску и ты покупаешь то, что тебе нужно, причем там все по таким доступным ценам. Вот, к примеру, пирожок с картошкой стоит 29 рублей, беляшек что-то в районе 40 рублей. В крупных городах такие вкусняшки стоят намного дороже. Вот, все для людей. И сделаны они очень вкусно и с любовью. Здесь начинается район частных домов. Это типа как вот Дубровка в Москве. Сейчас я покажу какой-нибудь самый красивый и элегантный дом. Ну вот, мне кажется, вот этот дом самый красивый и уютный. Он не такой большой, но при этом он сохраняет какую-то особую энергетику. Не, скорее всего, вот этот. Да, вот этот дом самый лучший здесь. Самый лучший дом – это храм Божий. Тебя там всегда накормят и напоят. Нашел небольшое место, очень уютное. Здесь можно будет почилить. Такая вот аллейка. Буду чилить на лавочке в Алдай. Добрался наконец-то до дома музыки. Прошел где-то без остановки часа два. И мне кажется, там все норм. В общем, шел я вот как. Вот этот телецентр, вот эта вышка, вдоль реки. Здесь. Потом вон храм. И там вот еще мост. В общем, сделал такой огромный крюк. Это классно. И погода вот хоть кажется на улице пасмурно, но на самом деле тепло. Сейчас попробую спуститься туда вниз. Вот, даже площадка есть. Может быть, еще в магазин зайти.
глянуть, какие шмотки продают. Сейчас зайду в дом музыки, гляну, что там вообще хоть показывают. Взял афишу. Сегодня я уже точно не успею, потому что у меня в 9 часов поезд. Но я бы с удовольствием бы сходил на Анну Каренину. О, Пушкинская карта. В Москве такая же есть. Там намного дешевле, кстати, получается, если она у тебя есть. Это для тех, кто любит ходить по музеям, по выставкам. Вообще, я максимальное удовольствие получаю, когда иду в музей. Даже не обязательно идти туда на час, на два. Достаточно минут 15 просто зайти, насладиться всей этой красотой, какими-то эксклюзивными вещами, пейзажем и уйти. Ну, 15-20 минут просто, мне кажется, этого достаточно, насытиться. Сейчас я иду в магазин, гляну, какая здесь одежда продается. Такие есть бутики. Не, в бутики не хочу заходить. Бессмысленно. Ну, не то, что бессмысленно. Лучше что-то такое практичное найти. Сейчас я в этот магазин пойду. Я увидел тут магазин по продаже компакт-дисков. Компакт-диски музыкальные и компакт-диски для DVD. У меня даже в ноутбуке нету дисковода. Как время меняется вообще просто. Не мог устоять, купил себе мороженое без сахара, диетическое. Сейчас попробую. Мороженое вкусное. Город красивый. Девушек красивых тоже очень много. Надо было познакомиться с кем-то. Но я думаю, в следующий раз. Сейчас я бегу на ЖД вокзал, потому что скоро у меня поезд. Хотя до поезда еще там несколько часов. Но у меня есть с собой фильм «Бумажный дом». Вот, второй сезон никак не могу закончить. Поэтому я найду, чем заняться на ЖД вокзале в ожидании поезда на Москву. Бежал я до вокзала и начался дождь. Мой билет оказался действителен, поэтому я сегодня уже буду в Москве. Сижу на вокзале, я уже тут расчехлил свое рабочее место. У меня до поезда еще очень много времени, ну, несколько часов, поэтому я немного поработаю.